Друзья, смотрите, какие странные авокадо я в Магните покупала. Очень странные. У них, короче, мягкая кожица. То есть она не твердая, а вообще можно сказать, что ее нету. То есть вот эту срезаешь и прям ножичком легко. Вкус у них чуть-чуть, знаете, такой терпкий. Похож, не знаю, на редьку. Мне совсем не понравились. У меня еще 3 штуки лежат. Не знаю, куда их деть. Короче говоря, ну вот как вам показать поближе. Видите, шкурка, она мягкая. Тут не видно, нельзя понять. Короче, она все равно, что ее нету. Можно прям так кусать и будет нормально. Я один достала, чтобы он дозрел. Стал помягче. И видите, как он сжулился. Теперь даже не знаю, как его чистить. Прям так, что ли? Он стал мягенький. То есть уже дозрел. Но, блин, а как эту кожуру снять? Короче, какие-то очень странные авокадо. И, блин. Ну вот попробую вот этот. Вот если он съедобный, тогда, наверное, остальные тоже так придется дозревать. Но они очень странные. Мне нравится, когда шкурка толстая, такая плотная. Практически вот как скорлупа отламывается. А вот это не авокадо, это фигня какая-то. На вкус они плохие. Но я уже взяла, просто захотелось. В общем, что-то с чем-то. Не берите такие. Ну что, друзья. А тюльпанчики-то я почти закончила. Вчера буквально за пару часов выложила. Смотрите, какая красота. Остался только фон. Сейчас его буду выкладывать. Хочу доделать. Осталось по стразам, кстати, тоже очень много. И зеленых, и красных в остатках. Каких-то мало осталось, там несколько штучек, а некоторых прям очень много. Кстати, у кого какие идеи, пишите в комментариях, куда можно применить, если вы тоже выкладываете, куда вы используете остатки страз. Какие у вас идеи бывают? Может быть, тоже думаю куда-нибудь применить. Сейчас модно вот брелки делать из страз, значки, думаю, тоже может быть что-то сделать. Прикольно, да, получается. Чем буду доделать? Понедельник. Так не хочется идти на работу. Хочется валяться дома, заниматься дома. Все эти склоки, сплетни, обсуждения, все это так надоело. Я так от этого отвыкла и с удовольствием бы сидела дома с кошками, отдыхала. Ну, никто меня не освобождал. Радует только одно, что скоро Новый год и опять будет отдых. Так что выхожу на работу, что делать?